И что касается Ханкенды, да, конечно, мы надеемся, что мы поедем вот сюда завтра. Но мы просто выслушаем мнение там. Но самое главное, это чтобы выслушать мнение там в Ереване. Потому что мы пока не слышали, какая реакция есть у наших армянских коллег. Но мы всегда ожидаем вот конструктивного подхода от обеих правительств, конечно. И есть такой конструктивный подход, насколько я заметил, у президента Саркисяна. Но это не важно, какая оценка у меня есть. Все зависит от того, какие отношения между президентами. И это зависит от президентов. Но мы можем способствовать диалогу между ними. Но они должны общаться друг с другом. Но сейчас мы бы хотели, как можно, приготовить почву для этого, но нельзя сказать, когда может быть такая встреча, потому что до этого министры иностранных дел должны решить некоторые вопросы уже.